Привет, я Даша, и мне давно нравится смотреть мини-влоги людей о том, как проходит их день. И мне даже самой хотелось снимать подобные. Тем более я учусь в 11 классе на домашнем обучении, готовлюсь к ЕГЭ, поступлению, занимаюсь спортом, совмещаю это с работой, хобби. В общем, думаю, многим это было бы интересно. Но каждый раз, когда я пыталась начать снимать подобное видео, мне казалось, что нет, этот день точно нельзя назвать обычным, это будет нечестно. Все время случалось какое-то непредвиденное событие, дедлайн, что угодно, что не давало мне назвать этот день обычным, ну, просто язык не поворачивается. Возможно, кто-то сейчас подумает: «Вау, у тебя такая интересная, насыщенная жизнь, круто!» И, конечно, отчасти это правда. Но, с другой стороны, я поняла, что просто настолько боюсь рутины, что бегу от нее всеми возможными способами. Иногда это действительно классные конкурсы, события, поездки, а чаще всего это просто искусственно созданные дедлайны, запары, завалы и сбитый режим. И это звучит уже не так захватывающе, согласитесь?